История Брестской таможни начинает свой счет с далекого 1939 года. Несмотря на то, что существует ведомство практически 75 лет, присягать на верность своему отечеству таможенники начали только около 10 лет назад. За это время не одна сотня молодых специалистов пополнила коллектив. В преддверии особой для нашего государства даты и Дня Конституции 28 сотрудников Брестской таможенной службы дали клятву на верность отечеству. Новое пополнение принимает присягу. Должностные лица, которым присвоены персональные звания, в соответствии с указом президента от 2004 года, принимают присягу на верность нашей республике и белорусскому народу. Место проведения торжественного ритуала принятия присяги было выбрано не случайно. Защитники цитадели своим подвигом доказали верность своей стране, своему отечеству. Поэтому главная задача новоприбывших сотрудников ведомства с такой же самоотдачей и бдительностью, с честью и достоинством исполнять свой профессиональный долг. С напутственными словами к молодым сотрудникам обратились ветераны таможенной службы Михаил Васильевич Радюков и Георгий Иванович Козлов, чьи добросовестный труд отмечен многочисленными наградами. Это, значит, большое событие для принимающих присягу. Вот. Я вот принимал присягу 70 лет тому назад. Эти торжества я помню до сих пор. Принимать присягу вот сотруднику таможни – это очень ответственно, потому что он присягает на верность Родине, на верность отчизне, честно и добросовестно нести службу в таможенных органах. Таможенник – это человек чести, и это звание нужно нести очень гордо. Таможня – ведомство, которое нуждается в настоящих профессионалах. Представители именно этой контрольной структуры стоят на защите всей Беларуси, пресекая попытки нелегального ввоза незаконной продукции. Сегодня, в преддверии Дня Конституции, 28 сотрудников таможни дали клятву на верность своему государству и обязались высоко нести честь и достоинство представителей таможенных органов. В жизни каждого человека бывает ответственный момент. Сегодня именно такой день для нас, для пополнения Брестской таможни. Мы ведь сегодня приняли присягу, поклялись на верность Родине, дали клятву стоять на страже экономических интересов государства. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.